Всем привет еще раз. Вот я зашел в молодой лесок, как и говорю в предыдущей серии. Так, везде там корешки только валяются, ну, уже думаю идти и до дому. Нашел вот грибка, здесь вот сидел, видно, грибок вот. Я его достал, почистил. Сидел грибок, короче. Думал уже и не включаться так ради одного грибка. Потом гляжу по сторонам еще, там он один видный. Вон там еще пенек один видный торчит далеко. А это вот, когда включусь, еще заметил, радок. Короче, нема-нема, да вот место такое и встретилось нам. Не знаю, чистить их не буду, короче, уже так. Аккуратненько буду ложить в стороне. Да еще, скорее всего, даже шапку. Покуда положу шапку их, а потом почищу, когда уже более насобираю. Этот вот вообще красавчик беленький. О, рыбок. Ну, песок обмох обтеру более-менее так. Это уже третий. И вон еще один. И вроде бы так обхожено, там все порезано, а тут вот попались. Видно. Дырку закрываем назад. Так. Раз попались грибы, будем ходить, значит. Это шишка. Так, смотрим внимательно. Так, в одном месте 4 грибка. Там видно спереди поляна такая, береза вон торчит белая. А там под березу грибницу заселял. Ну, не знаю, будет что не будет. Можно, в принципе, зайти глянуть. Ну, еще крутнусь тут в этом уголочку вот небольшом возле вереска и туда так. Там раньше черноголовые произрастали грибы. Потом зайду на поляну гляну. Вдруг прижилось что-то. Да выросла. Еще внимательно тут погляжу, нема. Идем дальше. Вот одного гриба нашел, за ним еще 3. Уже неплохо. Там 4, да там. Да уже понемногу. Скоро ведро так насобираю. Там мы сюда где-то почти заходили, туда метров 200. Туда я пробег, туда-сюда. Это вернусь в этот лесок напоследок уже. А как скоро стемнее, то я сюда обычно захожу уже назад, когда иду до машины. То забегаю в этот лесок, хотя он так и обширный. Если грибы растут, можно тут и день проходить туда-сюда. Не спеша. Ну, я хожу быстро в основном. Так. Попадается один, вокруг обглядел, побег дальше. После меня можно еще 2 ведра найти грибу в таких вот местах. Так, не видно покуда. Проверяем такие полянки светленькие. На светленьких полянках может быть что-нибудь. Собираюсь уже выходить отсюда, да? Попался гриб. Один, а там еще за ним. Во, полянка. А, то на этой полянке я их высаживал, наверное. Грибницу. Светленькие. То тут на этой полянке под березой. Скорее всего, не на той. Да. Это тут. А здесь должны еще быть боровики по этих кустах.
сейчас я пройду, погляжу. Не видно. Такая светлая полянка, ну пустая. Сейчас я схожу на край туда, к лесной дороге, к вереску. Погляжу по вереску. Может, там солнце прогревает, что и выросло. Мусор, бутылки, да. Пролезем по вереску. Любят грибы ховаться в этих кустах вересковых. Только мусор кругом валяется. Вон, курильщики кинули пачку сигарет и все. На след машины. Это сюда можно заехать оттуда. Это надо по спутнику глянуть. Дорогу, где заезд. Что в лесу тут у нас этих троп натоптано. Одна на одной. Найти заезд. Можно сюда заезжать, блин. Хотя лучше километр пешком пробежать, чем мотаться по лесу на машине. Не видно больше рыбу. Это я обхожу места прежние, где были рыбы, неплохо так росли. Но нема ничего. Наша дорога пошла лесная. Сейчас пройдем еще. Вереск еще все за это светёгнул. Хотя уже 14 сентября. Он еще расти все. Сыроежка зеленая. Не видно грибочков. Фу, паук на нос паутину налепил. Чешется только. Так. Думал, все грибы будут. Что-то не видно уже. Все кругом пособирали. Наверное, я буду отключаться уже. Бегом, бегом, бегом до туда. Вот видно срезанный гриб. Бегом, бегом до машины надо. Потому что еще километра полтора где-то часать надо. А грибов-то уже и не видно особо. Там пробегу по буграх, где находил. Там еще бугры. Обойду более-менее. Может, что и попадется. Еще. А тут я гляжу, что особо смысла нема ходить. Нашел, повезло, 4 штуки. Да и все. Ладно. Буду заканчивать, наверное, сегодня уже съемку. Всем удачи, до свидания.